Скандал на шоу «Танцы со звездами» в США. Выступление пловца Райана Лохта известно теперь не только рекордами, а враньем. Его пытались сорвать. Напомню, спортсмен отстранен на 10 месяцев за то, что он выдумал нападение на него на Олимпиаде. Лохта завершал танец, и в это время несколько зрителей сняли рубашки, продемонстрировав футболки с перечеркнутой фамилией Лохты и начав освистывать олимпийца. Один из них пытался прорваться на сцену, но был остановлен сотрудниками службы безопасности. Эфир прервали на рекламу, а позже двое участников беспорядков были задержаны полицией.